лет, да. Сейчас мы продемонстрируем курс послушания. Это, то есть, работа собаки на поводке. Порода собаки – американский акита, возраст щенка 9 месяцев. На начальном этапе научитесь управлять собакой на поводке, а потом уже будете подавать команды без поводка. Сначала отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. Команда рядом подается при начале движения, при поворотах, разворотах, при остановках подается команда рядом. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Стоять. По команде стоять собака должна стоять. Выдержку также со временем будете увеличивать. На начальном этапе обязательно заводите такой подсумочек, заведите, и все команды подкрепляем лакомством. Обязательно хвалим собачку. Хорошо стоять, огладили, дали лакомство, повторили команду. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Команда рядом выполняется, когда между мной и собачкой поводочек находится в провисшем положении. Тогда выполняется команда рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. Сильно не прессингуйте собаку, так как это глубоко еще щенок. Обязательно все команды подкрепляем лакомством. Существует три вида поощрения. Это первое. Дача лакомства, оглаживание и команда хорошо. На первом этапе обязательно применяем все три вида поощрений. Следите за моими движениями рук и интонацией голоса. Собаке команду нужно подавать четко и ясно. Хорошо сидеть, повторили команду, огладили, дали лакомство собачке. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будете увеличивать. Обязательно все команды подкрепляем лакомством. Хорошо лежать, дали лакомство, огладили собачку. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо.
Рядом. Хорошо. То есть собака идет четко с левой стороны. Рядом. Рядом. Место. Чем отличается команда «место» от «сидеть» или «лежать»? Команду «место» мы фиксируем на поводочке. По команде «место» собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от места. И более длительный интервал по выдержке. Обязательно хвалим собачку. Хорошо, место. Огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Ну, на этом туре мы с тобой будем прощаться. Поедешь домой, к папе и к маме. Хорошая собака, но они очень своеобразны, очень тяжелы в дрессуре. Вам нужно с ней находить общий язык, подход. То есть, ну, там уже будете добиваться сами всего. А так, Светлана, собака очень у вас хорошая, очень умная порода. Есть их за что любить. Хорошие собачки. Занятия проводите не реже 2 раз в неделю в уединенных местах. Старайтесь где меньше раздражителей, чтобы войти с собакой в контакт, потому что вы для нее чисто знакомые просто. А нужно стать для собаки хозяином, как это сделал я в течение 2 недель. Ну, на этом мы с тобой будем прощаться, малыш. Поедешь домой, к папе и к маме.